Ну что, привет, друзья! Сегодня мы проводим аттракцион невероятного сумасшествия. 5 километров по лыжне я шел один, наперевес с двумя велосипедами и оборудованием. И все только для того, чтобы рассказать сейчас вам в прямом эфире о том, какой велосипед подобрать себе для кросс-кантри. Двухподвес или хардтейл. Это Макс Морель, канал Велосклад. Подпишись, и мы начнем. Погнали! Близится сезон, дружок, ты уже подкопил себе какую-то хорошенькую сумму и надеешься к весне приобрести себе клевый велосипед. Какой взять? Двухподвес, на него, черт возьми, уже хватает денег. Или хардтейл? Ну вот, как видите, у меня есть 2 велосипеда. Это двухподвес и хардтейл, на обоих я активно катаю. Этот приобрел я чуть позже, это мой более ранний экземпляр 2014 года. Итак, в чем разница принципиальная между двухподвесом и хардтейлом? Это прежде всего цена. Ну, не секрет, что хороший двухподвес начинается примерно от 60-70 тысяч рублей, примерно так. Ну и в целом предпрофессионального, полупрофессионального уровня хардтейл начинается примерно в такую же цену. Пока меня тут не съели волки, быстро постараюсь рассказать, в чем преимущества и недостатки одной модели перед другой. Я для большей динамики поменял кадр, чтобы вам было поближе видно этого красавца. Почему двухподвесы дороже? Все сводится вот к этому механизму. Это второй амортизатор. Его ценник сам по себе уже довольно-таки высокий. Причем для многих велосипедистов стоимость заднего амортизатора будет превалировать над стоимостью переднего амортизатора, потому что он больше отрабатывает и ими ценится. Что касается хардтейла, за ту же цену вы получите хороший хардтейл с заряженной навеской. Здесь нету заднего амортизатор, поэтому вам не придется его обслуживать, вам не придется обслуживать сложную систему, и вы не переплачиваете за дополнительные комплектующие. Вот эта вот вся конструкция, она в принципе сама по себе довольно-таки сложная и дорогая. Все это тестируется прорайдерами, разрабатывается собственными инженерами в конструкторских бюро, в частности у Куба. Если это топовые бренды, такие как Giant, Trek, они все тоже это делают сами и также тестируют на соревнованиях своими прорайдерами. Вот эта система, если она хорошо себя показала в гонках, хорошо себя зарекомендовала на сложных трассах, оно все внедряется в раму. В конечном итоге простой себе любитель за, ну, более-менее умеренную цену с точки зрения профессиональных байков может себе позволить систему, может себе позволить конструкцию, на которой соревновались вполне такие себе серьезные райдеры. В общем-то, это самый основной момент. И имея одну и ту же сумму на руках, вы можете получить либо заряженный хардтейл, либо двухподвес, но попроще. И в двухподвес вам придется в течение сезона или двух сезонов вливать какие-то деньги, чтобы поднять его уровень, и чтобы он мог отвечать вашим требованиям. У вас здесь амортизатор один, и вы делаете основной упор именно на него. В данном случае стоит воздушка Manitou. Здесь также регулировка отскока, она с блокировкой, которая выносится, по идее, на руль, но у меня в процессе эксплуатации она отвалилась, поломалась. Ну, первое различие между Куб LTD Pro, который мы сегодня будем сравнивать с Кубом AMS 120, это кареточный вал. Здесь мы видим обычную каретку под квадрат. Здесь, в принципе, ничего такого особенного в ней нет. Обычный сменный картридж. Ну, такие каретки, они, в принципе, живучие, но и они, в принципе, легко меняются. Там просто достается картридж, меняется. Единственное, что они имеют свойство прикипать. И тогда уже замена усложняется. Мне под квадрат, честно говоря, не нравится, потому что я часто сталкивался с люфтами. Пока здесь этого не наблюдается, но я на этом велосипеде катаюсь пока что мало. Что касается каретки здесь, то здесь стоит с выносными подшипниками. Это очень классная система. Как она делается? Там стоит стержень, который проходит внутри, и сверху на раму накручиваются внешние подшипники, благодаря которым вся эта система и функционирует. Ей уже довольно-таки много лет, эксплуатируется она очень жестко и зимой, и летом, и в дождливую погоду, и в сухую погоду.
Ну, я стараюсь ее, конечно же, обслуживать по возможности. Но пока, в принципе, у нее проблем каких-то нет. Что касается вилки, здесь особенных различий нет. Здесь стоит воздушка от RockShox с ходом 120 мм. Да? Да, 120 мм. Если сомневаетесь, на ноге вилки всегда написано. Здесь ход 120 мм, воздушка, регулировка отскока. Вполне неплохой вариант. Что касается заднего переклюка, поставили SLX, сэкономили на XT, но мне, в принципе, это не так принципиально, мне SLX более чем устраивает. Но спереди, что интересно, стоит Shimano Dior XT, хороший компонент, интересно, почему они его поставили вперед. На мой взгляд, гораздо больше интереса представлял бы XT сзади, нежели спереди, потому что основную все-таки нагрузку на себя берет задний переключатель, нежели передний. Вы чаще пользуетесь именно им, как правило. Кстати, что касается втулок, здесь стояли весьма плохие втулки уровня Асеры, и мне их пришлось менять, и я менял полностью колесо в сборе. Теперь вот здесь стоит колеса МТ-15, хорошие такие, хорошие обода, легкие, и у них клевые втулки, тоже МТ-15. Следующий момент, который мне не очень понравился, это дисковые гидравлические тормоза. Ну, сами по себе они неплохие. Эта модель средненькая такая. Здесь спереди ротор 180 мм, сзади ротор 160 мм. Этого хватает на пересеченной местности, но этого начинает серьезно не хватать, если вы начинаете кататься по какой-то трассе с хорошими уклонами. Для контроля скорости этого не хватает. Ну и сами тормозные диски, они очень простенькие, не агрессивные такие. Но опять же, я говорю, это именно на хороших спусках, на хороших кросс-контрийных трассах профессионального уровня. Это трассы синие, красные, здесь вам будет очень тяжело. На зеленых трассах, в принципе, этих тормозных дисков вам хватит с лихвой. Но вот это вот те конструктивные особенности, о которых я говорил. Вот видите, вот эти вот уголочки здесь наварены, вот здесь все это, тут сварочка так не очень прикольно лежит. Вот здесь вот в нижней части тоже уголочек наварили. И это все для того, чтобы придать жесткости раме, чтобы она не раздолбалась. Вот для сравнения мы смотрим раму LTD Pro, посмотрите, никаких дополнительных уголков нет. Здесь труба пришла, у нее здесь вот расширение, то есть не нужно ничего наваривать, у нее самой такая вот конструкция. Ну и, естественно, вот эти вот все уголочки, вся эта ерундистика, она вся весит. И велосипед, хотя весьма классный, но вот лично мое мнение, вот такие вот наваренные конструкции, ну, они смотрятся, конечно же, кустарно, ужасно. Итак, вроде бы все классно, вроде бы и один вел нормальный, и второй вел нормальный. Есть какие-то недочеты, есть какие-то минусы. Здесь попроще навеска, здесь навеска получше, здесь сложность по обслуживанию, здесь какая-то простота. По опыту катания по пересеченке могу сказать однозначно, что двухподвес вам не понравится. Если вы живете в обычном Подмосковье, если вы выкатываете по тропинкам, даже если вы катаетесь зимой, двухподвес вам не очень понравится, потому что у него нет такой динамики, которую дает Hardtail. Вот именно Hardtail, за счет того, что он значительно легче, и, соответственно, он значительно быстрее и динамичнее. Пару раз нажали на педали, стоя, и все, вел понесся, у него хорошая скорость, он отзывчивый, он резко входит в повороты, и это очень круто. Поэтому на вот таких вот тропинках, вот на такой вот местности, лучше всего взять себе хороший Hardtail. Реально, может быть, прокачать его даже, если вам что-то не устраивает, если вам вилка там не нравится, если вам не нравится навеска какая-то, можно это все прокачать. Но это будет стоить небольших вливаний, и я даже могу посоветовать первый сезон покататься со старой навеской, поубивать ее там в свое удовольствие, не заморачиваться, потом, может быть, даже ее продать, потому что она еще у вас будет, скорее всего, живая, повесить что-то новенькое, можно просто XT по кругу запилить, и будет отлично. Что касается
подвеса здесь вливаний будет больше, потому что в одну и ту же цену у вас здесь будет не самый лучший амортизатор, не топовый совершенно. В данном случае здесь стоит Manitou, ну, у него есть здесь регулировки, у него есть блокировка, он воздушный, здесь все классно, но не хватает какой-то тоже динамики, не хватает отзывчивости. Он вот, в принципе, нормально отрабатывает, но при этом он стоит хороших денег. Если мы будем смотреть те же фоксовские амортизаторы, те же DT Swiss, то мы, конечно же, обалдеем от того, сколько это все стоит. Но если вы реально покатитесь на какую-нибудь классную трассу для кросс-контрийных гонок, синюю, красную, может быть, даже черную, если вы чертов псих, то вы почувствуете реально, что вот, наконец-то вел качает. Здесь, опять же, преимущество вилки по ходу 120 мм против сотни. Ну, сотня, на мой взгляд, на пересеченке вот так хватит, чтобы отработать все эти кочки, неровности. А здесь 120 мм. Что мы получаем? Когда у нас вилка выше, получается, что когда мы едем по наклонной плоскости, у нас руль чуть-чуть приподнимается. Соответственно, нам переносить вес назад проще, и при этом мы не заваливаемся вперед. То есть уклоны, даже довольно-таки крутые, переносятся проще, чем на кросс-контрийном велосипеде. Это реальное преимущество. Плюс запас хода, который, естественно, будет гасить всякие жесткие кочки и помогать вам на приземлениях. Нормально пружинить, если вы четко научились приземлять. Ну, делаю уже мануал, но это уже другая история. Ну что ж, если ты все еще сидишь у монитора, то советую тебе выбраться поскорее в лес, потому что погода стоит классная. Бери свой велик, обслуживай его, смазывай и выкатывай. Если тебе понравилось это видео, обязательно подпишись на канал. Я Макс Морель, канал Велосклад. Пока!